Сотни тысяч демонстрантов вышли на городские площади и площади, призывая к повышению заработной платы и условий труда, а также увеличению численности персонала в государственных больницах. Правительство страны столкнулось с критикой за попытку демонтировать государственные службы здравоохранения и отдать предпочтение частным поставщикам медицинских. 74 социальные группы, организующие протесты, говорят, что недопустимо, чтобы более миллиона человек в Мадриде не имели назначенного врача. Эти условия невозможны. Сейчас толпа протестующих потребовала отставки регионального президента. Также была замечена гигантская марионетка Айса, которую проносили сквозь толпу. Сейчас протест проходит в преддверии запланированной забастовки почти 5 региональных семейных врачей и педиатров. Начало забастовки запланировано на 21 ноября. Общественное достояние – это общее благо для всего испанского народа, или испанского народа, а не испанского, потому что есть люди из других мест. Мы, несомненно, поддерживаем это, потому что вместе с гражданским движением, которое занимается такси, мы также чувствуем влияние закона Убер. Так называемого закона миссис Джонсон об Убер и попытки приватизировать такси, а также здравоохранение, образование и все, что связано с общественным достоянием. Тогда мы уже передали вам, я уже говорю, все гражданское движение, которое выступает против либерализации государственных услуг. Потому что испанец платит за это, иммигрант, который приезжает в Испанию и работает, платит за это. Почему они не должны платить за это? Почему мы должны платить дважды в частном порядке? Несомненно, это несправедливо и, помимо несправедливости, практически незаконно. Это, ну, я хотел сказать, аморально, и, ну, я хочу сказать, это аморально притворяться, что люди дважды платят за здравоохранение. Потому что мы сыты по горло медсестрами в мадридском медицинском центре, мы устали. Нам нужно, чтобы президента не слушали, чтобы все делалось по порядку и под контролем, а не так, как это делается, и чтобы медицинские учреждения открывались. Медсестрам нужны протоколы, нам нужно законодательство, юридическая поддержка. Хватит уже, Мадрид горит.